привіт! Це шоу «На зв'язку». Правила дуже прості. Один із учасників йде в певне місце з певною метою. Двоє інших кажуть через навушник, що йому робити. Фраза «Я люблю тебе». Завдання пранкера – виконати всі команди. Я вас люблю, поймите. Потім те ж саме робить інший учасник. Альберт, упади на пол. Там проводка, да, що там може бути. На переможеного очікує покарання. У вас невероятні носки, наверное. А переможець у наступному випуску буде відпочивати в якості ведучого. Йоу, братва, це канал Show to Show, я стою по центрі, а це означає, що в дебютному випуску я ведучий. Пацани. Хороший критерій вибору ведучого. Братва, давайте з вами домовимось одразу. Якщо хоч раз запустимось під час перегляду даного відео, то ви під'їжджаєте і відстоюєте наші права, тому що ми, братва, ми всі, блін, кореша. Ми повинні підтримувати друг друга. Якщо не ви наші, ми не ми вас, то, то ну, хто кого? То хто кого? Понятно, лайк поставили, по-братськи зробили. Братва, я впевнений, що ви вже посміхнулися мінімум один раз, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми, ребят, починаємо! Отис, один вопрос есть у меня. Вот это вот, вот это вот. Комбинезон. Вот эта фигня. Каска. Это, да я понимаю, что каска. Это зачем все? Это мы тебе хату строим или мы какие-то пранки снимаем? Хорош. Альбертруха, братуха, даю тебе твое задание. Ты под виглядом працівника будівельної контори заходишь в будь-який магазин. Да, не робиш, бизнесмен, понятно. Робишь заміри, щось починаєш записувати. І коли до тебе підійде продавщиця, ти будеш наполягати, що тобі тут сказали зробити якийсь ремонт. І ти будеш її переконати, що ти працівник контори, і ти скоро прийдеш сюди з величезною бандою працювати, робити ремонт. Ну, хорошо. Ну, якщо що, рулетка мені не нужна була, мені і отак хватить. Ну, окей. Все, я погнав. Так, давай. Алло, да. Да, хорошая связь, все слышу. Все, сейчас еду, все построю, давайте. Я на ремонт, значит. На взъездку. Здравствуйте. Что там, это ничего? 140. А потолки сколько у вас? Без понятия. Альберт. Первое слово, здесь будет туалет. Ага. Ну да, вот тут просто мне надо знать, какая высота, потому что тут туалет будет. Это два, да? Альберт, а помери ее рост рулеткой. Так, понял. А вы примерно какого роста? 1,68 м? А можно я на всякий чисто... Да, 68. 1,68 м. Ну да, получается здесь где-то 2,53 м может быть. Начни делать разминку. Ох ты ж. Сейчас мне надо чуть... Ох, чуть-чуть. Альберт, сделай танцевальную волну. Вот это так. Кайф. Это тоже где-то 2 метра. Все. Отлично. Смарт-деньги от Киевстар. Ха, смарт-деньги от Киевстар. Всегда приятно. У меня свадьба вчера была. У меня еще свадьба вчера была. Я чуть-чуть бухой, если честно. Попроси выключить весь свет. Так, а минут на 40 можно тут свет выключить? Нельзя. Мне сказали покрасить, там то сделать, замерить, все, прийти. Я сейчас вот у вас, потом пойду, вот там кофейня, да, есть. Там надо померить. Ну, в общем, надо тут померить кран, все. Кран, спроси, едет кран сюда, сможет заехать? И все, кран сюда может, да, заехать. Ну, вот сюда, если куда-то. Не, ну какое окно? Вот же, видите, тут площадочка есть такая. Альберт, спроси, а вам книжки сильно нужны эти все? А еще такой вопрос. Книги вам сильно нужны эти все? Ну, я спрашиваю. Чего вы так сразу на меня? Фраза «подпишись на канал». Это вам, конечно, не «подпишись на канал». Тут все по-взрослому. Ну, 2,50 где-то, да?
Ну, нормально, оно. Спроси, а если вот все книги, все листики пересчитать, сколько примерно страниц выходит в целом в библиотеке? Вы представляете вообще, сколько страниц выйдет, если все книги пересчитать? Это ж сумасшедшее число. Альберт, упади на пол и начни слушать кафель. Стучать по нему, слушать. Еще вот что надо глянуть. Тут же... Там слушай, проводка, слушай, да, что-то может быть, да, такое? Прислонись ухом. Розетки есть в полу, да? У меня ставка 2500, и вообще я сегодня выходной. У меня ставка 2500, я вообще сегодня выходной, не должен был никуда ехать. Меня тоже, знаете, подняли, принесли сюда, я сам возмущен этим всем. Попроси мужика помочь тумбу передвинуть. Молодой человек, а можете мне помочь, вот эту штучку мы отодвинем? Я вот тут буквально замерю, и все уже. Да, можем одну подвинуть, а вторая, черт с ним. И, ну, чтобы я просто туда пробрался. Все равно. Одна из. Я вам помогу, потом обратно все поставим. Альберт, скажи ему фразу: у вас невероятные носки. Спасибо, вы очень сильный человек. У вас невероятные носки, наверное. Постучи по стеклу, спроси, это точно стекло? Могут ли они это покляться? Стекло, да? Точно стекло. Альберт, все, признайся, что это был розыгрыш. Скажи, смотрите на канале Show to Show. Смотрите на канале Show to Show. Все, Альберт, красавчик. Хорош. Альберт. Хорош. Альберт, слушай, мы поздравляем, что у тебя свадьба, оказывается, была, а ты нас не позвал. Ты ж бухой, вы ты же помнишь, я говорил, вчера потел, напился. Бедный, жарко, да? Во-первых, жарко, во-вторых, это ж двигать все, понимаешь? Ты нормально поработал. Я прям выложился. Меня знаешь, что смутило? Что я реально хожу по магазину, я не выкупаю, что надо мерить. Она, вы не слышали, она в конце сказала, у нас реально здесь ремонт должен быть. И она поэтому тупо велась на это. Братва, якщо ви хочете якийсь подібний пранк ще раз від Альберта або від Антона в цій самій робі робочій, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а ми переходимо до наступної локації, де буде саме Антон Скурато виконувати якийсь пранк. На зв'язку. Тоха, як ти вже замітив, ми опинилися на пляжі, а це не даремно. Твоє завдання. Ти підходиш до жіночок в синьому купальнику, представляєшся, що ти працівник дельфінарію, і говориш їм, що у вас з дельфінарію втік зрілий морський кот, але він дуже сильно реагує саме на синій колір. І тобі потрібно провести інструктаж з техніки безпеки з цими жіночками. Зробиш це тобі? Да. Ну а ми, братва, тримаємо кулачки за Антона. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Антон зовут, я из киевского дельфинария. Вы не слышали новость? У нас сбежал морской котик недавно, позавчера, и он опасный для людей. Он реагирует очень на синий цвет, ярко, да. Может, цвета различают? Да, конечно же, это же животное. Вот, и я обязан вам провести инструктаж для того, чтобы не было никаких последствий. Зовут Людмила, фраза. Смотрите, его зовут Людмила, мы так его назвали. Не, это он, просто мы назвали Людмила, потому что он реагирует хорошо на букву Л. Л, морские котики. Леонид вы назвали. Леонид? Ну, тоже на Л. Ну, у нас шеф-начальник Сергей Викторович, он просто дурачок немного, какой он Леонид, так любит называть. Он же мужчина. Тем более, какой Леонид, он же мужчина, понимаете? Просто тут позавчера возле клуба вечером видели какое-то существо такое, оно очень даже похоже на морского котика, и подали. Вы посмотрите новости, на самом деле, я же не шучу. Как его позвать? То есть, если вдруг вы его увидели, как позвать, чтобы он немного от вас отстал? Вы же обычного котика кс-кс зовете, а этого надо кс-кс-буль-буль. Кс-кс-буль-буль, чтобы он, ну, буль-буль, вот он вот реагирует на буль-буль, л-л. Вот. А где этот ваш дельфинарий? Дельфинарий? А, вон там. Да, вдали. Вон там, да, вон там. Не, это возле Васильковской. Забыл вас спросить. Я забыл вас спросить, я говорю своему начальнику, когда он перевозил, забыл вас спросить, ну, можно ли дверь закрывать на замок. Он говорит, нет, не закрывайте, и знаете, как оно бывает обычно. Все набухались, пьяные, вот везут, никто не знает свою работу. Фраза «красивая грудь». Ну, вам вечером самим тут не похочется. Да мы ходим три дня уже, я уже устал. То есть вам не везет. Да, и он реагирует на красивую грудь, понимаете, вот как на вашу. Вот он сразу же привлекает внимание, и все. Попробуйте. Чего вы его там научили в дельфинах? Чего? Это не мы. Самое главное, что нужно сделать, это почесать его за плавничком. За плавничком аккуратненько, чтобы он начал мурчать. Если вдруг он уже к вам на близкую дистанцию подойдет, вы не пугайтесь, не подавайте ему виду, что вы боитесь его. Антон, гавкни. Кого боится морской котик? Морских собак. Так если собаки позбегали? Морские собаки, нет, не позбегали, но вы должны притвориться морской собакой. Так, во, во, вот так надо делать. Во, во, понимаете? Парк открой. Что? Парк
Киевстар ТВ фраза. Опять сюда, потому что на самом-то деле, вот видите, тут написано Киевстар ТВ, там за углом. Вон туда. Да, да. Ну, так, чтобы не было видно. Потому что, вы же понимаете. Попробуй песок на вкус. Просто понимаете, дело в том, что тут песок, вот он... Сейчас, сейчас. Предложи, предложи. Попробуйте, попробуйте сами. Вы что, с ума сошли? Да попробуйте, я вам говорю. Он пахнет котом морским. Ложитесь. Можно я прилягу к вам? Извините, я аккуратненько. Вот здесь, я с краешку. Вот здесь вот. А, значит, можно мы без вас? Я три дня, поймите, три дня хожу здесь. Ищу морского кота. Фраза «я люблю тебя». Да я люблю вас уже, вы как вы не понимаете. Я сразу подошел, я понял, что вы та единственная, кому я хочу. Понимаете? Нет никакого котика, я тебя люблю. Нет никакого котика, я вас люблю, поймите. Как вас зовут? Как вас? Алена, дайте руку, пожалуйста, дайте. Подержите. Ой, как приятно. Я вас не спрашивал. А? Мы тут довольно часто бываем. Я же вас не спрашиваю, я вам, я настаиваю, пожалуйста. Давайте в рамках приличия потанцуем просто так вместе. Вот так, Лёгин. Выйдите за меня замуж. Забудем все, что было до этого, просто забудь. Давайте вот, как будто меня и не было здесь. Выходите за меня замуж. Вы же видите, я к вам и так, уже обходные пути, какого-то морского котика придумал уже, и так, да я вас уже два дня вот здесь пасу, понимаете, сижу. А я на Васильковской вас видел. Я тебя добью. Вы же живете на Васильковской, я вас добьюсь. Поймите, я... Или Киевстар или что? Да, да, мы угадали. Киевстар, розыгрыш, пранк. У нас вон там камера, вот видите, помашите ручкой туда. Тоха, молодец, всі фрази вже сказав. Давай, повертайся до нас, ми тебе чекаємо. Антон, братан, дайте руку пожму. У меня во рту маленький пляж теперь. Тоха. Женщины прелестные, да? Красавчик вообще. Ты тупо... Как их зовут, ты хоть узнал? Да, одну Людмилу. Братва, ну поки Антон п'є воду, запиває свій чудовий присмак піска, я буду думати і обирати переможця між Альбертом і Антоном, а ви, в свою чергу, прямо зараз, напишіть в коментарях, хто з них був кращий в імпровізації. Ну що, братва, зараз ми будемо визначати переможця з цих двох персон. Антон та Альберт. Пацани, як думаєте, хто з вас? Будь здоров. Кориця, походу. Програвший зараз буде їсти ложку кориці. А що ти не смотриш? Можеш ту сторону поговорити, пожалуйста? Почому я? Я навіть не хочу ні смотреть, ні слышать нічого. Братва, ви самі бачили, хто краще справився. На вашу думку, також пишіть в коментарях. І зараз я винесу свій вердикт. Барабанна дроб. В даному випуску, на мою думку, кращим був з цих двох ребят. З кожним з них я сидів поруч, пліч-опліч. Тебе не надоело ще, ні? На мою думку, в даному випуску переміг. Машині казали вкусно. На мою думку, і їсти лошу куриці буде, програвши. А переможе в даному випуску Антон Скуратов. На мою думку, Антон справився з завданням краще. Альберт, тримай. Ну що, братва, будь ласка, зараз пишіть в коментарях. Альберт, не бійся, не нервничай, не нервничай. Та руки вмиш. Та нормально. Та візьми. Тут нормально. Та візьми нормально. Всю жизнь жаловался, что в булочке мало корицы. Знаете, просто с лихвой. Альберт, я сам хвалюсь. Что, погнал? Дай ему водички. Может, не, потом. Может, не хочешь? Песочка, может, давай песочком закусим. Нормальная тема, я проверял. Не, не глотай, ты, не, не глотай, не глотай. А ты просто глотай с водичкой. И слюнёй. Улыбнись, улыбнись. Братва, але рекомендуємо не повторяти це в реальних умовах. Все виконано професіоналами. Ну що, братва, ми закінчили наш випуск. Переможцем став Антон Скуратов. Це було шоу «На связі», канал «Show to Show». Братва, пам'ятайте, про що ми з вами домовлялися відразу на початку випуску? Ставте лайк, якщо хоча б ви раз посміхнулися. Ну, будьте добри. Воно заслужує. І щоб не пропустити наступні серії, обов'язково підпишіться на канал. І ми з вами будемо на связі. Па-па! Пока. Пока, спасибо. На связі, мужики.